Яне всего 8, а своей страничкой в популярной социальной сети она обзаводится в третий раз из-за забывчивости. По правде говоря, в первую очередь в Одноклассниках Яну интересуют игры, ну и возможность показать себя на фото. Обычно я смотрю как бы по выражению лица и по одежде, слегка задумчивая. Не знаю, так как-то красивее получается. В списке друзей и одноклассники, и подружка Юля, которая живет этажом выше. Но в основном мамины знакомые. Правда, сама мама не позволяет долго засиживаться в интернете. Ну, вред это уже, это естественно, это компьютер, это информация ненужная, не совсем нужная детям, которая, в принципе, может всплыть, скажем так. А вот этому щекастому карапузу, судя по одноклассникам, 6 лет. Поставить возраст меньше сайт не позволяет, жалуется мама самого юного обитателя уссурийских одноклассников, трехмесячного Саши. Смотри, новый комментарий у нас, новые оценки. Другие мамы и папы помещают фотографии детей в альбомы своего профиля, а продвинутые родители Саши решили завести сыну личную страничку. К моменту там его, когда он сможет сам разумно отвечать на сообщения адекватно, вот, у него уже тут друзей будут. Анна и Леонид смотрят в будущее, а в друзьях у сына сейчас в основном потенциальные тещи. Пока Санек не умеет писать, мама с папой отдуваются за него. Кто первый зашел на сайт, тот и пишет. А потому иногда удивляются. Мы уже являемся участниками одной какой-то игры. А вот... Что-то играем. Что за игра? Это, видимо, без нашего участия. Он тут сам залез уже. Папа утверждает, что пишет от имени сына все, что тот попросит. Общий язык они давно нашли. «Понял», — сказал папа, и позволил сыну установить новый статус. А об остальном батя договорился. Екатерина Богдан, Сергей Довиченко, Телемикс.